Все очень просто. Здесь рядом моя родная деревня. Я родился здесь и вырос. И совхоз к тому моменту, когда я решил заняться производством, начал разваливаться. Были свободные площади, которые мы стали использовать для производства. Мы начали с того, что использовали самую простую технологию. Брали лист металла, вырезали из него заготовки, а потом их обрезинивали и получались обрезиненные диски. Но цены на металл резко подскочили, и мы вынуждены были организовать свое литейное производство. Денег на печь у нас не было. Мы собрали вагранку, это маленькая домна, и уже начали отливать свои блины. И я не вижу никаких проблем в том, что в деревне мы занимались производством. Не видел тогда и не вижу сейчас. Теперь мы производим эталонные гири. На них проходят чемпионаты Европы и России. На них наши спортсмены ставят мировые рекорды. И это наша спортивная экспансия. Мы делаем Россию сильнее. Прошу вас, два слова скажите, ну как ощущения ваши? Больше все-таки можно. Прошу вас, нет, можно, конечно, больше. Хорошо, там показали стопудовую гирю, вот теперь понятно, где в стране центр тяжести. Я понимаю, туда все притягивает, да? Да, в том числе метеорит это тоже, да. Слушайте, ну скажите, вот два слова, ну вы были в тот момент, когда вот это все происходило, да? Я работал. Вот. Вот это и есть. И внимание на это не обратили. Настоящий русский предприниматель. Спасибо вам огромное. Прошу вас. Не, мне бы хотелось сказать спасибо двум Александрам, Александру Брючалову, Александру Калинину, коллегам по опоре, особенно коллегам по Челябинской опоре. Ну и не только мы делаем Россию сильнее, вся опора делает Россию сильнее. Занимайтесь гирями. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Поздравляем вас и процветание вашему замечательному бизнесу. Вот приятно желать людям процветания бизнеса. Конечно. А ты дом строишь из чугуна? А ты чугун? Пусть Россия будет сильнее, правильно? Ты хочешь, чтобы Артем мой дом переплавил на гири? На гири? Конечно, на стопудовые. Нет, Ольга, я поставил себе задачу жить в колоколе. Буду жить в колоколе.